шикарный станок по металлу GH1840ZX. Закаленные в индукционной печи станина гарантирует долговечную службу станка. Трехкулачковый патрон диаметром 250 мм с прямыми и обратными кулачками. Диаметр обточки над станиной 460 мм. Класс точности 0,01 мм. Расстояние между центрами 1015 мм. Основная, подающая и замыкающая передача постоянно вращаются в масляной ванне. Полезная мощность двигателя 5,6 кВт в режиме продолжительной нагрузки в течение всего рабочего времени. Масса 2267 кг. Токарные и фрезерные станки JET имеют в стандартном оснащении устройство цифровой индикации по трем рабочим координатам. Прибор индикации может выполнять несколько функций. Цифровой отсчет по трем координатам, обнуление координат, работать в абсолютной и относительной системе отсчета, пересчитывать миллиметры в дюймы и обратно, делить пополам при токарных операциях, запоминать коррекцию на 100 инструментов, выполнять поиск центра детали и многое другое. Наконец, использовать в режиме калькулятора. Цифровые линейки имеют металлический корпус, армированный кабель и закрыты защитным экраном от повреждений. Линейки жестко установлены на станке и соединены разъемом с прибором индикации.